Они одинаковые. Две булочки, два кружочка лука, два кружочка огурца. Мы сделаем так же. У нас есть клиентская база. Пусть они сами распространяют. Выделим тех, кто берет много и постоянно. Предложим брать больше и дешевле. Они еле тянут от дозы до дозы. Тут у них бабки-то? От нас. Дадим им заработать. Как? Франшиза. Дадим им товар, заплатят потом. Раскидаем все и продадим за неделю. Так это же 228-я. Сбыт в особо крупном. Нафига им это надо? Они и так давно торгуют. Просто возьмем их в команду. Они нас кинут. Но в следующий раз мы предложим скидку больше. Простимулируем их. Пусть знают, за 4 дозы они платят, 5-я бесплатно. Если хотя бы половина согласится и начнет работать... Мы получим продавцов. Не просто продавцов. Они знают, что делать. Как прятать, как ныкать от ментов. Они уже в теме. Мы заранее обучили персонал. С нас товары, софт, все остальное они сделают сами. У нас будет сеть. Что тебе нужно для этого? Составь текст.